Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается разногласий в интимной сфере жизни, вот, у пары. Вот, соответственно, разный взгляд на эту самую интимную жизнь. Вот. Ну, техническая сторона вопроса. Понятно, что я не буду как бы давать какие-то подробности, да, потому что, ну, это информация конфиденциальная. И, значит, автор хочет мнение психолога, поэтому, ну, поэтому вопрос услышать. Ну вот. А какое может быть мнение психолога, если есть желание одной стороны, есть желание другой стороны, и, судя по тому, что мы можем видеть, значит, не у одной стороны нет желания идти навстречу. Вот. Ну, то есть вот, ну, нет желания ни у одной стороны идти навстречу. Вот какое может быть мнение по этому вопросу? Вот, простое тут довольно-таки мнение, что у людей вот такое восприятие друг друга, что они не чувствуют в себе сил, вот, они не чувствуют в себе возможности, как, ну вот, ну, двигаться навстречу друг другу. Вот. Можно ли сказать, что это такое отношение? Да, можно. Это вот, да, такое отношение. Это такое отношение. Такое отношение людей друг к другу. Вот. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Это просто данность такая. Вот. И бывают случаи, когда люди целенаправленно это делают. То есть бывают случаи, когда люди целенаправленно выстраивают такие отношения, где нет возможности для того, чтобы идти навстречу друг другу. А бывает, что просто выбирают себе таких партнеров, которые вот, хотят идти навстречу. Да просто вот думают, вот, вы там пишете, да, о том, что что у вас пришло очередное разочарование, как вы сказали. Ну, так разочарование – это что такое? Разочарование – это когда я реального человека не вижу,
когда я вижу только то, что хочу увидеть. А хочу я видеть вот как раз ну, того, кого я там нарисовала себе. Хорошо это или плохо, да, ну, мы сейчас не будем об этом говорить. Ну вот. Ну все. В принципе, все. Что тут еще можно сказать? Можно ли как-то интерпретировать вот какие-то предпочтения, ну, предпочтения людей в интимной сфере, да, и как-то скоррелировать их предпочтения, вот. А, значит, с их проблемами психологическими. Можно. Но это именно что предположение. И на мой взгляд, вот давать такие предположения, да, ну, несколько некорректно. Вот. Потому что, ну, слишком вот, большой риск, да, того, что это не так. Того, что это неправда. Слишком большой риск. Я думаю, что, ну вот, вам нужно признать, что предпочтение вашего партнера, да, вот, именно предпочтение, вам неприемлемо, для вас неприемлемо предпочтение. Вам нужно это признать, вот, вам нужно признать, что вы не хотите этого, то есть, ну, вот, что у вас нет желания идти, ну, идти навстречу человеку в этом. Вот. Вам нужно это признать и после этого, ну, донести ему, значит, свою позицию донести ему, что вы не хотите. Вот. И вы берете на себя ответственность, ну, здесь, вы берете на себя ответственность за то, что выражаете и проявляете такую точку зрения. А он уже, в свою очередь, будет к этому как-то относиться. Вот. Так и, в принципе, выстраиваются отношения между людьми, на мой взгляд. Вот. Когда мы обмениваемся своим отношением, да, мы демонстрируем, как мы видим то или иное. Вот. И в результате мы понимаем, кто перед нами. Вот. Процесс существенно ускоряется, если люди не питают каких-то иллюзий, вот, по
по каким-то вопросам. И чем меньше иллюзий, ну, у людей, чем меньше иллюзий, чем больше какого-то, ну, какой-то такой, ну, реалистичной позиции, тем, в принципе, быстрее это все происходит. Вот. Быстрее это все, формируется как-то. Вот, в принципе, то, что вот, можно вам сказать. Вот. То есть, ну, печальная ли эта история? Печальная ли эта ситуация, в которой вы оказались? Да, печально. Это очень, ну, грустно, это вот, то, что, ну, требует проживания, то, что требует внимательно. Вот. Но вот опять же, вы получаете опыт, вы получаете возможность понять, что за человек перед вами, да, то есть, ну, просто вот, значит, ну, какой человек перед вами, вы можете увидеть это. И вот вы для себя уже понимаете, в общем, куда вам двигаться дальше. Можно пытаться удерживать человека, да, то есть, ну, как-то вот пытаться идти на как, через силу, значит, на какие-то компромиссы. Ну, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получается. Вот. Поэтому, если хотите, вот, если хотите каких-то, ну, причин, да, то есть вот, ну, для себя, вот, то эти, ну, эти, условно говоря, вот в кавычках причины, да, вот именно в кавычках, потому что, ну, это нет каких-то ну, причин. Как таковых, вот. То это вот история про то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной. Да, мужчинами. Вот. То есть это вот, ну, такой момент. То, как вы выстраиваете отношения с мужчиной, в принципе. То есть это вопрос про то, как вы себя подаете. Это вопрос про то, как вы, ну, к себе относитесь, вот, это вопрос
Вот все вот про это, по сути. Вот, ну, этим можно заниматься. Понимаете? Этим можно заниматься, этим нужно заниматься. Вот. Если мы хотим как-то вот, ну, разобраться, да, в себе, да, и построить вот какие-то такие хорошие отношения. Вот. Ну вот, я думаю, как-то так можно вот ответить. Вот такое мнение может быть у психологов по этому вопросу. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Обращайтесь за помощью. Вам это пригодится. Вот, всего самого доброго вам. Удачи.